Субханаллах, смотрите, моя любимая радуга. Вы знаете, сейчас сыночек мне прислал видео. Привет, мои любимые. Захотелось с вами поделиться. И я сижу и вспомнила момент, когда мы с Юлькой захотели пчел завести. Вот приехали сюда, в Великий Новгород, и захотели завести пчел. И Юлька говорит, как мы заведем? Уже июль месяц, где мы их возьмем? И так далее. А у нее был улей, она сама построила. И я ей говорю, попроси у своей бабы. Она говорит, что так можно? Я говорю, конечно, если вот отсюда веришь, то он тебе поможет. Не знаю как, но поможет. И она говорит, хорошо. Короче, свое намерение даю на то, чтобы были пчелы у нас. И мы с ней на даче, короче, сидим, я там загораю на этой самой, на покрывальце. Вот реально радуга, я вообще в шоке. Вы видите? Не знаю, если видно. Вот. И мы смотрим, оттуда так темная туча такая летит. Целый рой пчел прямо в ее, которую она построила в улей. Представляете? И мы оттуда насобирали в том году, это не помню сколько было, может 7 лет назад. Мы насобирали целые, то ли 40 килограмм, то ли 35, я не помню, меда. И маме, и каким-то родственникам, и знакомым, и подругам, и так далее, и друзьям. Вот. И сейчас сыночек мне пишет, прислал мне видео, я вам покажу потом. Прислал мне видео, что он снял квартиру в ЖБА в Ливане. Соломон, вот, который... вышел, который на улице жил, который там чего-то, которого жена бросила, вышла замуж сразу, как только его посадили. Вот. И, короче, он снял квартиру вчера и мне сейчас пишет, мамочка, приезжай. Я говорю, сыночек, как я приеду? Вот скажи. У меня нет ни загранпаспорта, у меня нет ни денег на билет, у меня ничего нет. Он говорит, мама, так Бог же, так прояви этот самый, как его, свое желание, и все сбудется. Я сейчас сижу и думаю, блин, вот, а тогда, когда прилетели пчелы, и Юлька так смотрит на небо и говорит, спасибо, Саибаба. И мы смотрим, а оттуда прям такая радуга на все небо, понимаете? И я сейчас смотрю, тоже такая радуга, это как... знак, что высшие силы тебя слышат. Вот я говорю, правда, у меня так по руке мурашки сюда идут везде. Вот правда, мои любимые, я не придумываю, не что-то там. Говорю, как есть, короче. И он мне присылает видео. Квартиру, которую снял, там так вид, и все внизу, весь этот самый, там чуть ли не пол Ливана видно. И у него там раз, два, три комнаты, кухня такая большая, и два балкона больших, два туалета и так далее, и так далее. Я говорю, сыночка, ты за сколько снимаешь? Он говорит, за 200 долларов. Он говорит, я работаю день и ночь на то, чтобы ремонтировать машину, чтобы платить за съем машины и чтобы платить за жилье. Вот. Ну и что-то остается там на еду, какие-то копеечки. Иногда не остается, говорит, хожу к друзьям есть или что. Ну, короче, прикалывается. Вот, и я ему говорю, как я поеду, у меня ни того, ни того, ни этого. Он говорит, так это. И я так думаю, Бог, дай мне знак. И смотрю, так радуга такая, вот реально. Я правда не шучу. Говорю, как есть. И реально так радуга на все небо. Вот она сейчас уже стала немножечко светлее. А... когда я подумала только, так, дай мне знак, посмотрела, она такая яркая, яркая, яркая на весь небосвод. Понимаете, мои любимые? И скажите мне, что нет чудес, и что все это придумки или еще что-то. Нет, это никакие не придумки, это истина. Мы с вами проявленные все божественные существа, божественные творения. И мы творим нашу реальность. Вот если мы жалуемся и ноем, и не принимаем то, что вот у нас есть,
И все вот так вот и получается, потому что мы эту энергию выплевываем в наше живое пространство. Это все живое пространство, мы и есть продолжение наше. Понимаете, мы не заканчиваемся нашим телом. Мы все вот что есть, это мы. Радуга все еще есть. А я уже даже видео сняла. Не знаю, может быть лохматая, может быть нет, может быть стоило сюда тоже вставить видео, которое мне я сказала, сыночек, сними мне, что за квартира, покажи. И у меня сразу ум так трынь, но уже в отличие от раньше, какой я была, я уже наблюдаю свой ум, понимаете? Он мне сразу подкидывает, как Шарикову. А где я буду харчеваться? Я говорю, а где там? Есть хоть магазины, там хлеб купить, молоко, что-то? Он ржет. Говорит, мам, возле дома прям есть дукан, ну это как магазинчик, там все есть, все, что ты только пожелаешь. И дальше есть, и много. Ты же не в Сахару едешь, если что. А потом говорит, если не хочешь, можешь со мной спускаться в машине. Он там в горах, короче, снял, потому что жарко очень-очень-очень в Ливане, а там в горах, в ЖБА. Офигенский воздух. Я там была много раз, когда еще детки были маленькие. Вот. И у меня так, знаете, как будто как воздух пошел, что ли. Но я, правда, я детей больше 10 лет не видела. Ни Катечки, ни Османа, ни Соломона. Но видела через WhatsApp, там общались, переписывались и все. Ну а так-то живьем совсем по-другому. Вот. Ничего.